Добрый день, наши подписчики. Сегодня мы опять находимся во Львове и отправляемся в автобусный тур. Польша, Чехия, Германия, ну и Саксонская Швейцария. Вот наш автобус беленький, двухэтажненький, красивенький. Постараемся вам показать по возможности всего побольше достопримечательности, ну и все остальное. Уже через несколько часов, я думаю, мы будем в Польше. Все зависит от того, как будет загружена граница. Пожелайте нам удачи, заходите на наш канал, ставьте класс, не забывайте подписываться. До встречи! Сейчас у нас остановочка в санитарной зоне, в 15 минутах от Кракова. Тут можно сходить в туалет, вот, который находится сзади нас. Туалет бесплатный. Есть там место, площадочка. Вот там сейчас сзади меня, вон она находится. Там можно, там как бы беседочки такие, можно сесть покушать свои бутербродики или же зайти вот в кафешку. Купить там уже за злотые или за другую валюту. Минут через 15-20 мы будем в Кракове. Ну и уже там посмотрим, что мы увидим, покажем вам. До встречи в Кракове. Thank you.
Прагу. Сейчас у нас 8 утра. Идем на обзорную по Праге, которая будет длиться 2 часа. Постараемся вам показать побольше всего. Вот нам опять раздали такие приборы, микрофончик в ухе, как обычно. Ну, только здесь получается за каждую страну у нас берут 2 евро. 2 евро у нас будет прибор в Чехии и 2 евро прибор будет в Дрездене. Так что тоже не забывайте об этом, потому что в агентстве туроператор вас, как говорится, еще раз не предупреждает. Рассчитывайте 2 или 4 евро с человека, еще в зависимости, сколько стран вы будете посещать в Европе.
Thank you.
купили шоколадки, конфетки. Вот смотрите, какие цены. В принципе, все шоколадки по 2 евро. Вот в коробочках везде такие. Написано, что интересно, да? Как на коробочках подарки. По 4 евро, по 6 евро, 5. Часа экскурсия, шведский стол, обед, и плюс перед едой дают оперативчик по 50 грамм какой-то чешской вкусняшки спиртной. Ну, сейчас посмотрим, поснимаем. Экскурсия будет длиться 2 часа. Ну, по возможности все будем вам показывать. Здравствуйте. Вот как я и говорил, что-то нам наливают, сейчас будем скоро пробовать. Вот и таким нас будут кормить на кораблике во время экскурсии. Все напитки остальные платные.
напитки можно брать в отдельную плату. Вот это все будем кушать мы. Это входит в стоимость факультативной экскурсии. Практически 2 часов все добавляется. Угощение знатное, но напитки оплачиваются дополнительно. Если вы что-то хотите заказать в барной стойке и производите оплату. Первый час на кораблике вы просто отдыхаете, угощаетесь, а уже через час я начну рассказывать обо всем, что вы видите по сторонам, об истории, о реке, об истории Праги, набережных. Но вы в любое время можете перемещаться на кораблике, как вам будет угодно. На верхнюю палубу, конечно, там вид открывается более интересный, но сразу вас попрошу посуду и еду туда не выносить. Кушайте здесь, а уже потом понимаете. Светлых солнечных дней, успехов в работе, продвижения, реализации планов, согласия в семье, благополучия, финансового и процветания. Всего лучшего, с днем рождения. Давайте еще раз поздравим. С днем рождения. Вот такие чудеса проходят у нас в туре. Вот подарили еще такой подарочек. Чашечка, Адриатик Травл. Приятно, правда? Да. А написано так, свитая блище с Адриатик Травл. Ну, все, спасибо, Адриатик Травл, за поздравления. Островов мы с вами увидим. А истоки берет река на юге, в Шуманском заповеднике. Недалеко от границы Австрии, недалеко от границы Германии. И у истоков делают крутые петли. Такая S-образная, витиеватая изначально петелечка. В одной из петель на охоте спасала олененка. Спугнула тетерева, чтобы отец не застрелил. На самом деле, она с детства баварская принцесса, с детства охотилась, любила жесткие такие парфорсные охоты. И в 19 столетии в Европе были запрещены, но она все так же продолжала охотиться и для этого ездила в Англию. И там как раз забивали животное, бросали на растерзание пса, в принципе, за этим. Что даже мелкие осколочки долетали до противоположного берега. Скульптуру убрали, а место пустовало достаточно долго. И только после бархатной революции в 1990 году. Течение очень быстрое, река не успевает прогреться. И сейчас люди не купаются, потому что холодно. Даже летом 16-17 градусов, но бывают же и жаркие дни. И хочется поплескаться. Плавать не умели, перед раздевалками прямо в воде были почки с открывающимися дверцами, такие символичные. Но не плавали, еще боялись водяных. Были очень суеверными. Заходили в почки, сразу закрывались, чтобы водяной не забрал под воду. Поплескались и опять переодеваться. Это факультета Карлова университета. Центральное здание с зеленой крышей. В центре площади 3 всего дворца, а в центре философский факультет Карлова университета. Здесь учился Ян Фава.
разрушается. Предмостовая башня по левому борту, Старогородская предмостовая башня. Эта башня не только красивый вход на мост, но это и фортификационная башня, река естественного укрепления. И как раз 83-й год. Впервые оперы и спектакли проходят на чешском языке, национальный театр. Рядом с нами, с правой стороны, вы видите, тоже дно углублено. Дальше шлюзы, они сейчас ремонтируются. Слезы кораблики не могут пройти, но это порвано. Желтые пингвинчики, фонари загораются вечером, указывают путь порвана. А многие шутки выстроились в очередь за билетами в узел. Белое здание – это был святой луны. Мельничный комплекс 19-го столетия. Сейчас в нем располагается музей современного искусства. Что и канал Чертовка, и ресторанчик Чертовка, и отель Чертовка. Они даже стали всякие истории выдумывать. И одна из историй рассказывает, что заказала Амалия, так звали, на своем доме изобразить 8 чертят художника. Художник нарисовал, пришел за оплатой, и она говорит, а я не заплачу. Я заказывала 8 чертей, их всего 7. А художник подумал, ну, наверное, я ошибся, устал. Дорисовал еще одного чертенка, пришел за оплатой, а их опять оказалось 7. И тогда художник сказал, я нарисовал 7 чертей, а 8-й это ты. Номер 1601, 16 этаж. Оля, дай карточку, будем заходить. Открываем. Уже видно, что чисто. Вот наши кровати.
И тут комната. Виолетта выберет себе постель, какую захочет. Два столика. Номер очень уютный. А посмотрите, какой вид. Вид. Вид просто шикарный. Окна открываются только на проветривание, ну потому что 16 этаж. И вид дух захватывает. Вид обалденный. А вот туда вообще. Вот на то... Вид классный. Вешать. Номер классный. Вешать. Сейчас мы посмотрим, что тут у нас еще есть. Ну тут тоже у нас телевизор. Тоже тот же самый вид шикарный. Постель тоже шикарная. Полотенечко чистенькое все. Это ванна. Жидкое мыло. Полотенцесушитель тепленький. Душ. Душевая кабинка идеальная. Фен. 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 Водичка. Это я отмечаю сегодня свой день рождения. Вот мы будем ночевать в таком отеле. И еще у нас тут туалет. Туалет чистый. Два рулона туалетной бумаги. Все чистенько. Шикарно. Жидкое мыло тоже. Ну, номер класс. А именно вид. Можно сегодня в честь дня рождения выпить немножечко мартини. Все это дело, сидя за столиком на 16 этаже и смотря на вечернюю Прагу. До встречи, завтра увидимся в Дрездене. Сейчас вам покажу столовую, ресторанчик, тут, где мы кушали, в нашем отеле, где мы останавливались на ночь. Номера вы уже видели, очень все чисто, вот немного еда. Разнообразные джемы, вареные яйца, микроволновочка, чтобы все разогреть, соль, сахар, фруктов много, бананы, мандарины, яблочки, нарезочки, колбаски, сыр, разнообразные чаи, хлопья, молочко, все очень чисто и красивенько, кофемашины. Много зал для приема пищи. Вот такой ресторанчик в нашем отеле. Вот наши девчонки перед выездом взяли себе немножко кофейка. Все очень чисто и культурно. Сейчас покажу вам холл отеля еще. В холле еще находится бар. Опять же, водичка, автоматы, банкомат. В холле есть бар, где отдельно уже за отдельную цену можно заказать разнообразные напитки, посидеть вечером, посмотреть телевизор. Есть детская комната. Комната для отдыха. Мороженое, но это все уже за отдельную плату. Вот такой холл. Сейчас вам покажу отель снаружи. Отель очень шикарный, он идет 5 звезд. Отзывов про него очень много. В отеле 21 этаж. Вот сейчас вам покажу. Вот название отеля. Вот в принципе сам отель. 21 этаж. Эту ночь мы ночевали на 16 этаже. Вид цветная, вам показывал. Вид шикарный. Ну, сейчас мы через полчаса будем выезжать в Дрезден. Все остальное дальше вы уже увидите сами. Все, приехали мы в Дрезден. Отправляемся на обзорную экскурсию. Одеваем наушнички.
Вот, вот такое вот начало у нас. Наш автобус остается. И мы идем на пешеходную экскурсию обзорную по Дрездену. Потом мы направимся в Саксонскую Швейцарию, которую тоже вы увидите. Thank you.
приехали мы в Саксонскую Швейцарию. Сейчас пройдемся за нашим экскурсоводом. Ну и все, что мы увидим, покажем вам. Все не получится. Все не получится, да, потому что у нас как бы полтора часа времени. Не так и много. Время летит катастрофически. Так что, что получится, то и увидите. Фу, жарко. Жарко, красиво, высоко, захватывает дух. Взяли пивасика, 3,95. Да. Нормальная цена, если сравнивать с Австрией. В Австрии было стакан пива по 5 евро. Тут довольно-таки нормальные цены, нормальное немецкое пиво. Ну, в принципе, будем заканчивать нашу экскурсию. Дух захватывает. Да. Чё молчишь? Нету слов. Да, видео увидите через пару дней. Не забывайте заходить на наш канал, ставьте лайки и подписываемся на наш канал.